Здравствуйте, дорогие магаданцы, уважаемые калмычане. Амар манде нахудет. В преддверии праздника Дня России бурятское землячество Байкал хочет познакомить вас со своим национальным блюдом – бузы. Основным ингредиентом является мясо. В нашей семье его готовит мужчина. Для приготовления фарша берем вырезку говядины, свинины и мелко-мелко рубим. Мелко нарезанный фарш добавляем мелко нарубленный лук, чеснок, перец, соль. Затем раскатываем тесто, ложим фарш, защипываем и варим на пару 18-20 минут. Наши бузы готовы, их традиционно подают зеленым чаем с молоком. Приятного аппетита! Амтутеят и делахты!